Всем привет! Что еще можно готовить из вишни на зиму, кроме компота и варенья? Очень вкусный кисло-сладкий соус к мясным блюдам. У меня здесь 2,5 килограмма вишни, и я чистила от косточек за 40 минут. Я всегда палочкой удаляла, а мне моя сестра подсказала другой быстрый способ. Не забывайте поставить лайк на видео, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. В эту вишню я добавила стакан сахара. Ставим на огонь. С момента кипения варим 15 минут. Периодически помешивая, варили 15 минут. Добавляем мякоть лимона. Варим еще 5 минут. Завтра, когда остынет, я открою маленькую банку и вам покажу. Получилась вот такая вкуснятина. И цвет, как видите. На вкус соус кисло-сладкий. Можно подавать с жареной рыбой, особенно вкусно с семгой, с жареной курицей, котлетами, очень вкусно с блинами, оладушками, овсяной кашей. Приготовьте и вы. Можно пропустить через блендер, тогда уже будет как паста. Но мне так нравится.